Ne, sizden başka bütün kişi iştiralmıyor. Кроме вас этого никто не сделает, обращается по видеосвязи к руководству районов Рустам Миниханов. Он поручил навести порядок в вопросе пожарной безопасности. Основное количество возгораний приходится на 6 районов. В антилидерах традиционно каждый год Нижнекамский, на который приходится пятая часть всех случаев, а также Тукаевский, Альметьевский, Черемшанский, Новошишминский, Заинский районы. Как отметил РАИС Республики, необходимо задействовать все имеющиеся силы. Бетон нынде районным кшевар, активистлары, муниципалитетлары, анда правоохранительная система. С начала года в Татарстане из-за возгорания мусора и сухой травы произошло 590 пожаров на общей площади в 35 гектаров. Сгорело более 40 строений, в том числе жилые дома. В минувшем году к этому времени было всего 49 пожаров, которые охватили менее половины гектара. Мы уже в этом году имеем 3 случая перехода огня от загорания сухой травы, жилые строения, хозяйственные постройки граждан, в результате которых уничтожено 15 строений, 14 жилых домов, 3 нежилых дома. Так в Актанышском районе огонь сухой травы перекинулся на 5 домов. В Менделеевске сухостой сгорел на тысячах квадратных метрах. Пожарным для тушения понадобилось 2 часа. Возгорания также зафиксированы в Мамадышском и Зеленодольском районах. За моей подписью в адрес 13 глав муниципальных районов вынес представление, предостережение о недопущении подобных фактов. В этом году ранняя весна, и вместе с тем все нормативно-правовые документы, Руслан Магач, на уровне правительства приняты. Принято постановление Кабинета министров об ограничении пребывания граждан в лесах, въезд транспорта, ограничение определенных видов работ с 15 апреля по 5 мая. Вместе с тем, Руслан Магач, ситуация довольно-таки напряженная, сложная. Рустам Миниханов поручил провести на местах заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, а также проследить, чтобы все предписания строго выполнялись. А нерадивых руководителей нужно жестко наказывать, предупредил РАИС Республики. Напомним, особый противопожарный режим в Татарстане введен 17 апреля и будет действовать до 10 мая. Дмитрий Айринин, Март Хусаинов, ТНВ, Казань.